окончания Второй мировой войны Нидерланды направили 100 тысяч военных в Индонезию. Имя? Йоханнес Леонард Мария де Вриз, сэр. Чтобы подавить восстание за независимость страны. Вы храбрые сыны своей родины, и страна будет вами гордиться. Это точно! В нашу прекрасную колонию проникла японская отрава. Эта же отрава поразила разум президента Сукарно. Эй, Сукарно! Мы идем за тобой! Смирно! Солдаты, добро пожаловать в лагерь Матьян-Лиар. Сейчас тут заживо изжарюсь. Вы видели повстанцев? С чего эти люди должны нам верить? Нереально. Что ты знаешь про турка? Положи обратно и убирайся. Говорят, он сам по себе. Ты приехал помогать людям или исполнять приказы, как другие? Я знаю, где их лагерь. Это место в глубине вражеской территории. Твой командир – идиот. Люди делятся на два типа. Охотники и жертвы. На войне приходится выбирать, кто ты, и это круто. Ты можешь высоко взлететь, когда знаешь, кого подмазать. Верно! Ты никогда не думал, зачем мы здесь? Посмотрим, как далеко он пойдет, когда они узнают, кто он на самом деле. Огонь! Я на такое не подписывался. Обратного пути нет. Два типа людей, Йохан. Если ты решил, кто ты, другого пути у тебя больше нет.